позировать. Вот две недели они. Намасте. Доброе утро. Проснулся только. Первая ночь прошла хорошо. Ну, было даже такое впечатление, как будто этих, как будто никуда не ходил. Бывает тогда, бывает такое иногда. Вот, проснулся, сейчас буду из палатки вылазить. Вылезу, да. Не проснулся я, еще одним словом. Но утро такое. Был ночью немножко дождик, слышно было, что идет дождик. Ну, как бы, ну, такой моросил. Я даже сверху не закрывал, чтобы не капало. Ну, не было как такого. Вот такое утро. Не знаю, увидите павлина? Нет, навряд ли. А может. Нет, солнце. Хотя. Прошел через Платово. Сейчас как раз подхожу, где интернет начинает ловить сеть. Здесь уже сеть есть. Вот сейчас немножко спуститься и будет. Вот здесь это галеопарда, кстати, вот на краю встретил, вот в этом. С правой стороны он был. Вот чуть ниже сейчас поставлю ролик загружать, выбросить, YouTube забросить. А там посмотрю, не знаю, возможно, продукты надо будет спуститься взять. Ну, подумаю сейчас, как будет настроение. Посмотрим, как своей задачей справлюсь сначала с интернетом, и тогда посмотрю. Вот место, где я сижу. Интернет, загружаю ролик. Вот, кстати, да, сейчас ролик загружаю. Про Болливуд. Так, не, за вчерашний я не хочу, а то меня сейчас... Я не хочу делать себе нервы. Вот сижу, ребята, ролик сейчас загружается. Около 2 часов, где-то 1:45 уже. Около 2 часов, можно так сказать. Вот я на этом месте сижу. Здесь уже интернет ловит сеть. А вам трудно подписаться. Секундное дело поднять палец, поставить лайк видео и подписаться на канал. Понимаете, вот действительно 2 часа человек сидит, а вам трудно внести свой вклад в развитие канала. Нажать кнопочку подписаться. Вот такие виды. Павлин был, приходил, вот, уходил, ну. Телефон сидел, грузил, я всегда тихо сидел, он проскочил. Это плата. Кто смотрел, тут знает, что вот здесь интернет у меня уже начинает ловить. Вот здесь по тропе можно к бастенду в Рамбольскому спуститься. Так что подписываемся, ребята, подписываемся. И спасибо новым подписчикам. Я вот сегодня пришел, смотрю за вчерашний день, вот добавилось 6 канала. Канал должен расти, должен развиваться. Давайте это вместе. Я один не вытяну этого. Только совместными усилиями. Подписывайтесь. Вот о чем я говорил. Даже подписаться не хотите, да? Вот только пришел, принес рюкзака. Вот пока я там сидел этих 2 часа, загружал это видео. Вот, пожалуйста. Приходили какое-то животное, я поднял, вот подсолнечное масло вылитое. Вот реально, видать, вот видите, вот оно. Здесь разбросано. Вот, да, вот даже тоже подсолнечное масло. Это, ну, сколько? День еды ушло, как минимум.
то день кушать можно было на эти деньги. А некоторые не знают, как нажать пальчик подписаться. Лайк то же самое. Ужин сейчас буду ставить. Вот где я сижу. Обезьяна все-таки своровала обезьяна подсолнечное масло. Все-таки, ну как, вот такое наделала я все, как бы себе так прикинул. Кто мог, как крышка открыта. Так что обезьяна. Так что, может, кого интересно, меняю одну обезьяну, самовывоз из джунглей Светлейка, на литру подсолнечного масла. Может, кому как. Я ж ее поймаю. Тем более, если буду знать, что на обмен. Так, вот он ужин. Я здесь сижу. Там сейчас кипяточек готовится. Хочу кофе, наверное, попью. А я понемножку здесь убираю, где она была. Муравьев пока нет. Ну, блин, подозреваю, будут муравьи. Достал антимоскитку уже. Пускай сушится. Завтра, наверное, с утра отнесу, постираю. И вот как бы вот такая сейчас обстановочка. Хорошо, спокойно в лесу. Звери, птицы. Мне нравится. Мне нравится. Вот. Есть комары, конечно, москита тайм, но ничего. Прячусь в палатку. Время обедать. Вот мой обед. Чечевица, рис, зажарка, яичко. Там чай. А там стоит на ужин. Вот так. Приятного аппетита. Вот хожу, дрова собираю. Каких-то таких два увидел, привлекли мое внимание цветом интересным. Ну, такие они яркие. Не знаю, что это такое. Может, кто знает, поделитесь информацией. А я как раз вот дрова здесь собираю. Стоянка, со стоянки дым идет, костер горит. А я здесь по соседству. Ровные места здесь было, что ребята даже несколько дней стояли, костер у них здесь был. Вот такой. Возвращаюсь к себе. Нету подсолнечного масла. Котам, бас. Котам на хинди закончилось. Бас, хватит. Достаточно. О, будешь позировать там, да? Кривляться любят тоже. Вот сядут тут. Ну, как обычно, где-то за 2 недели они обвыкаются и начинают поближе подходить. Вот так. Так все-таки не так уже и близко. Вот. Так, сейчас 5:15, москита тайм. Сейчас начнется, буду уходить. Вот, дров набросал, чтобы горело. Попрятал, чтобы... Где она? А, ушли уже. Здесь заряжается планшет, чуть попозже я немножко попозже приду. Сниму его, поставлю телефон на зарядку, а пока буду смонтирую ролик этот, наверное, чтобы завтра выложить. И все, буду прятаться, потому что москита тайм.